Итак, рад всех приветствовать. Приехали в Подмосковье с командой. Здесь зимой лазили, в этом лесу мы гребень подняли тогда. Ах, скучно, молот, сюда я расчешусь. Помните, наверное, видео было на канале, кто смотрит. Вот, сейчас приехали по лету походить, потому что ходили по снегу, соответственно, глубина очень сильно терялась. Будем пробовать летом. С этой стороны мы тоже тогда пытались залезть. И была здесь империя немного, но была. Но опять же по снегу. Вот. Сейчас пойдем до определенной точки. Там был треугольник такой. По дорогам, скажем так. Здесь еще топор старый тогда откопали, я помню, притащили. Вот я его сейчас дома обрабатываю. Устанавливаю, потом покажу. Смотрим, будет весело. Может быть, первый совет. О, сейчас свет найду. 2 копеечки 65-го года. А что, нет, здесь, видишь, там какая-то распашка металла. Да я слышу, да. Могли и натерять. Лёп! Занеслась. Сань, как всегда, с рассыпухи начинаем. У него это стандартно. Лёп! Не убегай! Пробка, походу. Пробка, да. Ладно, все, пока. Так, еще сигнальчик. Рамочник, 57-й. Рамочник, да? Ну, он звонил. А, точно. 57-й там. Сложно сказать. Что, 58-й? 57-й, по-моему, да. Да, 57-й. Ага. Так. У Сани еще сигнальчик советский. Сейчас дойдем. А они, да, вот рамка тоже вот самая. Оп. А, тоже, ну да, да, они как эти. А щитовики еще и чернят зачастую. Вот такая штучка. Лес, в принципе, вполне себе ходильный. Ой, только комарья много. Но это переживем. Идем в сторону дорог. Вспоминаем, куда дел прибор. А, вон. Потерял. Ё-моё. Вот он. Красота, утро. Вроде нашли дорогу, но по навигатору небольшое смещение есть. Вот похоже на нее очень. Из деревьев более старый, тут молодняк. Сейчас мы ее посмотрим. Гильзы вот эти попадаются авиационные. Вот. Пуговка выскочила у Сашки, такая прикольная советская. Но красивенькая. Можно пришить к порткам. Каким-нибудь. Корона Шмурдельер номер 2. Это фильм, часть 2. Похоже на ту, только та была повыше так вот, а это пониже чуть-чуть. Это медная. Это медная? Тоже медная. Да? Один в один, только чуть повыше. Че это такое? Хрен его знает. Вот здесь бродим, ходим. Ходим, бродим. Очень много черных сигналов этих. Гвоздей от подков. Всякой такой штуки. У Сашки выпала пуговка очередная. Ну, это советик. Такая вот. Будем поискать. В чем вот такой здесь красота. Еще один сигнальчик нечасто у Сашки сегодня. Копейка. Калайского формата. Год не ясен.
Саня сегодня всех рвет. Такой патина интересный. 49-й год, ты так. Все, значит, бодрый. Да. Шестой, что ли? Еще один. Да, Саня сегодня всех надел, нагнул. Десенчик. Это конинка, да? Да. Конина. Я думал, он монеты. Ага. Три монеты. Пуговичка за это интересная. О! Да. Какой-то герб. Кто знает, подскажите. Пушка целенькая. Продолжаем идти на перекресток. Димыча ранний. Ой, тьфу, то ранний. Поздний совет. А, даже не, нет, 1986. Вот так вот. Ну, короче, пришли мы на этот перекресток. Где-то тут. Никаких опознавательных знаков найти не можем. Да. Столбов верстовых не осталось. Не осталось. Городовой не стоит. Вообще какие-то... Кто ж так? Дебря. Да. Двадцать восьмой год, 3 копеечки. Тщательно смотрим. Ой, господи. Вот что за птица, интересно. Очень интересный звук. Все, находились по лесу, что-то больше особо ничего не нашли, идем к машине. Может быть, сейчас зацепим еще что-нибудь. Классно, чирикает. Что они делают-то? Женихаются, что ли? Да шут знает. Я не вижу просто. Я их вижу. Вижу, но не вижу. Поля убирают. Приехали чуть-чуть походить, побродить. Сигнал уйма. Ходить надо с топором. Да, ну ходить надо с топором. Похлеще, чем зимой. Такая вот брошечка советская выскочила. Сейчас свет найду. Вот такая вот. Находочек сегодня немного, но походили хорошо. Так, дорогие друзья, нагулялись сегодня вдоволь. Забег 1,5-километровый по лесу до машины вымотал нас окончательно, естественно. Мы еще по полю попробовали, пошастать видели. Находок немного, к сожалению. То направление нам ничего больше не дает. Как вы все и видели, в общем-то, в ролике. Что будем... Искать другие направления, другие места. Туда ездить с разведкой. Поэтому дальше будет интересно. Переключаемся, смотрим канал, подписываемся. Всем спасибо, всем пока.